звук трамвая, который был у нас во время блокады, когда пустили первый трамвай, будет точно так же звучать здесь. Это очень хорошо, потому что это говорит, что жизнь налаживается и приходит в норму. Спасибо. Спасибо, Елена Сергеевна, спасибо. И всем ветеранам. Да, Елена Сергеевна, вам хочу сказать, и всем ветеранам спасибо, что вы нашли в себе силы приехать. И вот вы сейчас сказали очень важные слова. Звук трамвая – это символ возрождения жизни. Вот так было в блокадном Ленинграде. Вот, судя по всему, не случайно вы сейчас об этом вспомнили, то же самое происходит и в новых субъектах Федерации. В целом очень много признаков возрождения жизни. И вот в Мариуполе звук трамвая – это один из этих таких зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения.